Марии Онищенковой 82 года, но чувствует себя гораздо моложе. Зарядку делает всегда. Перерыв был лишь единожды, когда заболела. Пассивность, вспоминает женщина, сразу дает о себе знать. Все тело будто закостенело, заболели суставы. Через силу начала заниматься, и бодрость вернулась. Это же здорово! Я вот сколько лет я здесь живу, столько лет я занимаюсь гимнастикой здесь. Вот прихожу одна в зал, они сидят, смотрят на меня, как я одна занимаюсь. Я говорю, ну хоть встаньте, хоть ногой дрыгните один раз. Ну что это такое? Нет, они как в цирке посмотрят на меня, и все, я ухожу. Потом я не стала их больше соблазнять, дома сделаю зарядку, и все. А сейчас в парк хожу. Делать массовую зарядку начали несколько лет назад. Идею предложили сотрудники отделения реабилитации. Тогда на нее пригласили клиентов отделения и тех, кто проживает в доме соцназначения. Проводил эту зарядку на свежем воздухе наш инструктор ЛФК. Раньше. Именно показать, какие простые совершенно движения, войдя в нашу ежедневную жизнь, каждое утро, помогут нам сохранить бодрость духа, активность. И что для этого требуется немного сил или столько желания. На этот раз зарядку проводят волонтеры. В прошлом году ребята здесь уже были. Как признался Матвей Кочура, некоторые даже подружились. Общение с этими людьми заряжает. Мы, да, позитивом, они улыбаются, старушки, очень интересно, весело. Они постоянно сидят, а здесь они каждый раз раскрываются, когда мы приходим. В прошлом году мы ходили к ним танцевать, это тоже было очень интересно. Виктор Феклистов с детства любит ходить на лыжах. Сейчас все реже, все же возраст, но идея с зарядкой, да еще и с молодежью, очень понравилась. Зарядку, ну, когда делаю, когда не делаю. Есть у меня дома и гантели, и резинки, и перекладина, все есть. Просто сидя на диване, как говорится, лень, а когда в коллективе, оно получается лучше. После зарядки танцы. Участники не расходились еще какое-то время. Позитивным настроением, уверены организаторы, зарядились точно все. А в будущем молодежь и руководство комплексного центра хотят провести общегородскую зарядку. Например, в парке имени Каратеева.